Уже знали схему, потому что он рассказывал до этого, за что он сидел, он звонил, он рассказывал, что первый срок сидел за то, что звонил, алло, мама, ваш сын попал там в ДТП или что, ну что-то такое, короче, он по телевизору, уже знаем эту схему и сами сидели. Поэтому сразу отказали. Сейчас 21 век на дворе. Схема мошенничества стара, как мир. Один звонит и представляется сотрудником полиции, у которого находится подозреваемый, ваш родственник. Хотите, чтобы сына или внука отпустили на свободу? Несите деньги. Такой звонок пару дней назад поступил 82-летней женщине. Все время совершения преступления один из преступников был на контакте с потерпевшей, не давал ей возможности связаться с родственниками, уточнить, все ли в порядке. Другой давал ей инструкции по телефону, как действовать, какую сумму снимать. И отправлял второго своего подельника, чтобы тот забрал у нее деньги. Пенсионерки сообщили, если хочет видеть своего сына, она должна отдать 27 тысяч рублей. В вымогательстве денег принимали участие трое молодых людей. 21-летний уроженец Саратовской области, 33-летний житель Ростова и его ровесник из Республики Удмуртия. Эта троица приехала в Пермский край 21 декабря. В целях конспирации за это время мужчины сменили три арендованных квартиры. По краевой столице Прикамья злоумышленники передвигались на автомобиле ВАЗ-2114 серого цвета. Полицейские полагают, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений. Потерпевших просят позвонить по телефону 8 999 36 35 227.